Вопрос вам по поводу заполнения декларации. Ну, по выборной кампании, что надо будет уже скоро сдавать. Есть такой вопрос. Вот смотрите, в 2018 году я не работал временно, и я видеоблогер, когда у меня есть пожертвования, донаты, которые мне присылают. Как это правильно оформить в декларации, в каком разделе и как? Потому что я спрашивал у юристов, они как бы так однозначно ответить не могут. Надо это или не надо. Может быть, кто-нибудь может компетентно сказать, чтобы да не было никаких вопросов потом. Здравствуйте. Что по декларации? По декларации такой вопрос, что как в декларации прописать доходы от пожертвований, ну, от донатов блогеру? Например. Значит, давайте исходить будем из того, что официально данные доходы зарегистрированы быть не могут, да? Понятно. Ну, потому что сумма, ну, небольшая, она меньше налогового порога, поэтому налоги с этого не уплачивались. Я опасаюсь, что если, например, я укажу эти доходы, то при запросе могут сказать налоговые, мы не знаем об этом ничего, и как бы декларацию забракуют, либо нет, такое не может. Никто ничего не забракует. Не забракует, то есть, забракует. Если указать больше, то это не страшно. Да. Здесь ничего понятно. Страшного. А в каком разделе? Значит, это вы указываете доходы, полученные. Ну, договоров просто, у вас не нет, было. Нет, просто да? Дело в том, что я почитал, по кодексу должно быть написано для физических лиц имена и фамилии, для юридических названия компании. А там никаких не может быть имен. Вот здесь иные доходы не указаны в пункте 1.4. Пенсии, пособие, наследство, доходы от долей уставных акций коммерческих и другое. Понятно. И здесь вы пишете, допустим, какие доходы, вид помощи и размер. И размер, да. А здесь источник, ничего не писать. Источник пожертвования. А, пожертвования, так, так и писать. Так и писать, да, просто, чтобы ничего, скажем так, не скрывалось, а вдруг да, кто-нибудь возьмет хотел, да, и напишет, что вы, конечно, получаете какие-то доходы, да, а вы его не указали. Просто я да хотел спросить, а то я некоторым это писал, они говорили, вот, если информации нет, то могут забраковать за то, что указано не там. Не переживайте, неверность. Никто вас не забраковывает. Хорошо, понятно. Вот просто здесь вот иные доходы. Хотел, да, правильно. Спасибо.